Начал тренироваться 11 лет. Начал тренироваться, ходил на Ушсанда к Олегу Магомедову. Мой первый тренер по ударной работе. Потом в 2004 году, мне было 14 лет, перешел на боевое самбо. Потому что была большая склонность к борьбе, к болевым, к этому. И возраст 14 лет перешел на боевой самбо к Абдулмалапу Нурмагомедову. И вот уже лет 8 тренируюсь у Абдулмалапа. Рост у меня 1,70 м. Вес после тренировок у меня вес где-то 67 килограммов. Буду гонять 6 килограммов на 61 килограмм. Первый бой у меня будет по контракту, как я подписал, на 61 килограмм. У меня первый бой на 61. А остальные три боя у меня будет на 57 килограммов. Но у меня с весом проблем, с гонкой веса проблем никогда не было. Я думаю, нормально сгоняю, буду хорошо себя уверенно чувствовать. В первую очередь я ударник, потому что у меня основная базовая подготовка, у меня ударная техника. Ходил на Ушсанда. В первую очередь ударник. И также себя уверенно чувствую и в борьбе, и в партерах себя уверенно чувствую. В любом. И вверху, и внизу, и на земле, и в воздухе себя уверенно чувствую. Готовимся. Воздух и лишний, нет? Да. Срежете хорошо. Да, пускай будет. Мне нравится стиль Вандерлея Сильва, потому что он дерется в первую очередь духом, характером. Дает рубку со всеми, дерется от начала до конца. Нету такого, чтобы последний бой устал. Как бы он не уставал, как бы он ему тяжело не было, он идет до конца. Дерется до конца со своими соперниками. Так, просматриваю все бои легчайших весов соперников своих. Стараюсь готовиться, равняться на лучших. Но в первую очередь я сейчас готовлюсь и настраиваюсь на соперника, которого мне уже определили. Дата дебюта уже определена 15 мая. UFC Умфу TV. Соперника тоже определили. Вот на днях подписали контракт на бой. Это Алекс Сота, мексиканец. Вылетит в Америку, думаем, 1 апреля вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Там начать подготовку уже в течение месяца, я думаю, хорошенько успею подготовиться в октагоне. И буду себя уверенно хорошо чувствовать.